Это видеоблог. Я еду в Сочи. В аэропорту. Это видеоблог. Аэропорт Шереметьево, терминал Б. Видали экран? Охуеть. Говорят, что когда-то на этот экран залипла какая-то баба и не смогла улететь. Серьезно. Он типа вообще огромный. Ну тут и не видно. Больше это все экран вообще. Весь терминал это экран. Вот человечек полетел. Прикольно. Видеоблог. Витя Комаров. Да, подожди, а ты его снимаешь на айфон? Тут мальчишки. Да, Нурик, давайте. Вот Нурлан, вот девчонки, вот Стас. Вон он сидит. Вон она. Сейчас заметил, что я его снимаю. А, не, не, вон он пошел. Виктор Комаров. Та-ра-та-та-та-ра. Что, мне надо что-то говорить, Лёд? Не, ничего не надо, это видеоблог. Мне ничего не говорят, я очень хочу, мне нужна дополнительная медийность. У тебя будет медийность, у тебя будет возможность, мы с тобой тогда будем кооперативом. А, мне надо будет снимать. И все, будешь, значит, участником видеоблога. Люди сходят с ума. Всем передай привет. Всем привет, ребят, смотрите. А как называется этот? Видеоблог. А, то есть он просто называется видеоблог? Да, да. А вот Нурлан. Ваш любимый Нурлан. Он так ждал видеоблог. Он звонит, говорит, Лёх, когда ты снимешь меня в видеоблоге? Я говорю, да уже буквально вот снимаю. Я же в гастролях не участвую. Да, да. Он же даже не собирался, да, он просто приехал. Мы, кстати, в бизнес-зале, на минуточку. Это видеоблог, и мы с друзьями идем в самолет. А если я буду пороть тебе видеоблог? А его не запоришь. Почему? Потому что. Вот он, потому что он вытянет. Вот он, он вытянет. Вот как запоришь его. Все, идем в самолет. Это видеоблог. Вот мы летим, в общем, в Сочи. Летим в Сочи. Я взял себе воду и воду. Тут у нас посмотрим. Вот он, Нурлан, красавец. Красавец, спит. Как молоденец. Ты мой хороший. Вот он, Нурлан. Давайте погладим его. Давайте. Хороший. Хороший. Спи спокойно. Спи. Это видеоблог. Мы прилетели. Да, дождь. Пойдемте. Видеоблог. Здорово, видеоблог. Мы прилетели. Погода, дерьмо. Давай. Видеоблог. А. Мерзел? Да. Хочешь, я тебя просто познакомлю с чуваком? Да. Они майки крутые делают, знаешь, такие... Оверсайз. Да, 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 именно. Опять Мерседес. Это тот же, который был в Вологде. Приехал сюда. О, Нурлан Сабуров. Видеоблог. Здравствуйте. Это все расскажу. Смотрите, по автодрому они вот с утра позвонили, сказали, что по технике безопасности они не могут посадить за руль нас. Но рядом, типа, пассажирам, типа, они говорят, без проблем. Ага. Поэтому, типа, нам надо просто определиться. Они говорят, что это тоже круто. Хотите, можем поехать пассажирами, посмотреть трассу, сделать экскурсию на большой, хорошей, быстрой машине. Нас там прокатят все каждого. Либо можем это перенести на следующий раз, когда будет возможность посидеть за рулем. Так, вот, все, я пришел. Я пришел. Что здесь? Понятно. Вход в чужой номер. Итак, внимание, Сочи. Сочи. Давайте. Бля, ну классно же, а? Дождь только, сука, поганая. Привет! А? Что? Что? Да нет, один. Командировка. Я в бассейне. Ну да. Это видеоблог. Вот здесь, смотри, что-то никто не загорает.
Так, сейчас за мной прилетел вертолет. Сейчас я должен подойти к нему. Сейчас я приду, подождите. Иду. Это видеоблог. Я иду, короче, видеоблог. Сейчас полечу. Маленький, да, вертолетик? Давайте, шел. Щелкни. Это видеоблог. Короче, мы едем. Это видеоблог, во-первых. Во-вторых, мы едем кататься. Мы должны были ехать за рулем на классных тачках. На классном треке гонять. А в итоге законченной погоды, поганой, блядской, нас прокатят просто на пассажирском. Но... У нас сейчас 4 основные услуги. Это экскурсии, гоночное такси, мастер-классы и прогулки. Гоночное такси, мастер-классы, это уже точно изучили. Да. Проектировал трассу Герман Тильпи, это архитектор почти всех треков Формулы-1. Каждый день экскурсии проводим, гоночные такси, мастер-классы, примерно 3 дня в неделю, ну, в зависимости там, от запросов, плюс корпоративные мероприятия, то есть каждый день мы заняты, ну, иногда и выходные. Сейчас ежегодно гонки проходят, то есть каждое лето есть какой-то этап, какой-то заезд. Формула. Да, это реклама. И что ж такого? Что подумаешь, делов-то? Если у вас есть какие-то предложения по рекламе, покатать меня на банане, или покатать меня на воздушном шаре, или покрасить мне тачку, ради бога. Хорошие коренки. Здравствуйте. Здрасте. Здесь виден каждый кусочек трассы. Вот эта трасса. Дополнение заявления. Как, Лёв? Хорошо. Если готовы, проходите ко мне. Это видеоблог. Отдай. А там нельзя, наверное? Да, я думаю, можно, почему нельзя? Там, по-моему, тебя снимает камера. Да, конечно. Там будет камера. Да. Включим камеру. Здравствуйте. Здрасте. Просовывайте руку. Да, сейчас включу. Сколько это примерно по времени? Лёх, ну что, ты готов? Да, я готов. Лёх, дождь? Да. Пришел в номер. Так, надо собираться на концерт. Уже одеваться. Где тут мои кроссовки, блин? Одеваем кроссовки. Раз. Надо торопиться, друзья. Концерт уже через час начинается. Так что... Это видеоблог. Мы едем на концерт. Здесь все. Это видеоблог. Мы уже на поляне. Я уже выступил. Нурлан, видите, во всей красе, как вы любите. Дальше что еще? Стас выступает после нас с рок-группой своей. Да, он... я вообще вот все только так. Все только так. Так круто, не хотелось бы на диван. Виктор Комаров! Thank you.
зал, зал. Ого, это же наш любимый Нурлан Сабуров. Привет, спасибо большое. Пошел. Давай, добрый вечер, ребят. Добрый вечер. Тут вот висит, кто здесь выступал. Вот выступали ребята. Вот выступала ревизора. Хули она здесь делала, непонятно. Пыль протирала. Алсу вот выступала здесь. Вот ребята. Расписаться надо. О, смотрите, видеоблог. Подожди секунду, сейчас видеоблог. Работник для сторис. Тони Старк. Прекрасно. Смотри, ты железный человек. Да. Стас, железный человек. Это видеоблог. Опа. Звукач. Концерт закончился, мы уезжаем. Вот Нурлан, чтобы не скучали. Вот Стас. Вот я. Прекрасный зал. Ты думаешь, так поют смотрящие? Так они летят, ты чё, стрелы, блядь? Понятное дело. Видеоблог. Английский вообще не знаю. Ну ладно. Там по-другому не получится. Короче, надо уходить. Нам что-то есть. Рогалики. Потрясающие. Мягкие, шикарные. Я есть не могу, потому что я уже устал. Я с собой возьму его. Да, я в отеле. Это видеоблог. Не видно ни хера. Так, это видеоблог. Смотрите, какая ночь красивая. Мы идем в отель. Все в отеле. А если надо что-то забрать, звони Булке. Все здесь. Все, если кто-то переживал, здесь все. Если надо что-то забрать, звони Чарли Булке. Освещение хорошее, только вот какого-то хера ничего не видно. Да, я тебе сниму. С пистолета было с ними. Ты просто вообще любишь. Олег, ёбался? Лёха, рогалик для чего? Есть. Логично. Ну, аналогично. Чё, где Наташка? О, бля, хотите эту рубрику вернуть? Хотите вернуть рубрику? Смотрите, да. Без подготовки. Потому что обычно мы же писали год. Лёх. А? Здорово. Здорово. Чё, как дела? Нормально. Ну чё, где Наташка? Серёд. Видеоблог. Сейчас домой поедем. Надо сходить на завтрак и ехать домой. Видеоблог. Все, не снимай. Не снимай.